Компания «Ростелеком» запустила мобильную связь в нашем регионе. Так Ивановская область присоединилась к другим городам страны, в которых уже пользуются выгодными и прогрессивными пакетами традиционных услуг и современных цифровых сервисов. Абоненты имеют возможность миксовать звонки, СМС, интернет и ТВ по своим требованиям и нуждам. Мы предлагаем комплекс услуг. Это и стационарный интернет, домашний интернет, это интерактивное телевидение, домашний телефон, мобильная связь и цифровые сервисы. До этого момента на территории Ивановской области мы не могли говорить о том, что абсолютно все услуги связи у одного оператора ивановцы могут получить. Ну вот, наконец-то наступил этот день. Теперь Ростелеком – полномасштабный оператор связи. Из конкурентных преимуществ – бесплатные звонки на городские мобильные номера внутри сети, широкая зона покрытия. В регионе установлено 228 вышек. Они обеспечивают сеть без провалов и провисаний. Если Теле2 вышел массово, вышел широко на рынок с тарифными планами, нацеленными на широкий круг пользователей, то мы для того, чтобы полностью получить эффект синергии с Теле2 и не мешать друг другу, мы работаем на разных полянах, на разных рынках. Мы в первую очередь нацелены, чтобы предложить сервис нашим абонентам, которые в том числе пользуются услугой телефонии. Компания предлагает линейку тарифов мобильной связи, исходя из потребностей клиентов. Новая история – выгодный тариф для абонентов-новичков. Целая история – тариф с увеличенным трафиком. А вот семейная история подойдет всей родне. Подробную информацию о тарифных планах, роуминге и дополнительных услугах ищите на сайте Ростелекома или в офисах продаж и обслуживания компании, а также по телефону 8 800 1800.